Счетной палате республики 5 лет. За время деятельности органа в рамках предварительного, текущего и последующего контроля проверками охвачено свыше 550 объектов. Проведено около 400 мероприятий, по итогам которых восстановлено более 2 миллиардов рублей. Сегодня Счетная палата и Государственное собрание Ил-Тумен проводят научно-практическую конференцию. В мероприятии принимают участие руководители счетных палат Хабаровского, Приморского, Камчатского краев и Еврейской автономной области, а также представители Федеральной палаты из Москвы. Конференция у нас принимает участие представители с научно-исследовательского института Счетной палаты Российской Федерации, депутаты принимают участие, муниципальные контрольно-счетные органы и председатели контрольно-счетных органов Дальневосточного федерального округа. Поэтому надеемся на плодотворную, активную работу по данной конференции.